Добрый день, друзья! В самолетах от Wargaming в период с 11 по 14 августа проходит игровая активность выходного дня «Ступени совершенства». Но для начала напоминаю, что до 30 августа в игре доступны к выполнению цепочка боевых задач с финальной наградой итальянским премиум самолетом 7 уровня Reggiane R2005 Sagittaire. В рамках активности ступени совершенства нас ждут уже знакомые и несложные боевые задачи, которые принесут игровое имущество, в том числе уникальные трофеи. Боевая задача «Мастер на все руки» потребует заработать 150 тысяч персональных очков за любое количество боев на любимой технике без ограничений, и на ее выполнение понадобится около 15 боев. Награда – 2 уникальных трофея, что вполне справедливо с точки зрения затрат времени. А из каждого уникального трофея может выпасть до 10 тысяч золота, до 25 тысяч свободного опыта и до 7 дней общего премиум аккаунта, а также премиум самолеты или компенсация в золоте в случае их наличия на аккаунте. И напоминаю, что самолеты являются частью единой вселенной Wargaming, а это значит, что полученные награды будут интересны в том числе и командирам миротанков и кораблей. Полученный в самолетах премиум аккаунт будет работать и в танках, и в кораблях, а свободный опыт и игровое золото, к сожалению, только в танках. Кроме того, не забываем, что любой из нас без особого напряга может получить дополнительно один уникальный трофей каждую неделю за выполнение ежедневных боевых задач 7 дней подряд с понедельника по воскресенье. Ежедневные задачи можно также закрыть за жетоны, по 2 жетона за каждую пропущенную задачу. Остальные боевые задачи принесут дополнительно слот в ангаре, свободное место в казарме, оборудование и кредиты. Кроме того, доступна многоразовая боевая задача на дополнительный опыт за бой, которая ускорит прокачку новых самолетов. И, конечно, у всех нас будет возможность получить X3 опыта за первую победу, а также немного сэкономить при покупке боеприпасов за золото и кредиты. Всем мира и добра, и до новых встреч на нашем канале. Противник будет разбит.